Всем привет! В этом видео я расскажу вам про свою домашнюю мельницу и как я смалываю цельнозерновую муку на примере пшеницы. У меня есть вот такая вот мясорубка фирмы Zelmer. Zelmer Diana 1500 мощность. И она шла у меня с кучей разных насадок, терок, но мельницы не было в комплекте. Я нашла, что через сервисный центр можно заказать. И заказала. Вот так вот выглядит сама мельница. Это собранная она уже. Прислали мне ее вот в такой вот коробочке. По-моему, с деком я получала. Все сделано в Польше. И насадка, и сама мясорубка. Соответственно, эта насадка подходит на все мясорубки фирмы Zelmer электрические. И, соответственно, даже если у вас другая какая-то модель, вы можете ее присоединить и сделать домашнюю муку. Наоборот. Вот так вот. Ну, как видите, собирается она очень просто. И сейчас давайте попробуем сделать муку. Для этого я беру очищенные зерна пшеницы. У нас местная пшеница. Я сама ее промыла, подсушила. В общем-то, свежий урожай. И мы сейчас с вами сделаем. Засыпаю зернышки сверху и включаю мясорубку. Здесь можно отрегулировать степень помола. Вот здесь, посмотрите, регулируется степень помола от тройки и до единички. Я делаю, как правило, самый мелкий помол, поэтому включаю вот так вот единичку. Ну все, запускаю. Такая у меня получилась мука. Если степень помола вас не очень устраивает, можно еще раз пропустить через мясорубку, через мельницу. Очень вкусный хлеб получается с домашней мукой цельнозерновой. Можно оставить ее для того, чтобы она созрела, окислилась немного. Можно сразу использовать в тесто. Единственный момент, если будете использовать ее как для вкуса, тогда полностью на ней не готовьте. А если вы хотите полностью использовать только цельнозерновую муку, тогда лучше оставить, чтобы мука окислилась и созрела хотя бы пару недель. Вот такой вот чудо-агрегат я использую для приготовления домашней цельнозерновой муки. Можно смолоть, конечно же, и рожь, можно смолоть рис, нут, что угодно. Единственное, нужно сначала будет пропускать на более крупной степени помола, а затем уже измельчать и засыпать повторно. Мне очень нравится, если кто-то задумывался, поищите у себя в сервисных центрах, можно наверняка и у вас заказать такую вот специальную насадку. Всем спасибо, кто посмотрел это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, используете ли вы цельнозерновую муку для приготовления вашей выпечки.